связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти неблагоприятная радиационная обстановка. Реактор находится в подкритическом состоянии. Если достаточная часть топлива попадет прямо в воду, произойдет новый выброс радиоактивных частиц. Он накроет и Киев, и Москву, и Европу. Поэтому воду необходимо откачать. Там затоплено все горячей водой. А вы когда-нибудь погружались в кипяток? Про критические температуры знаем. Высокая температура в замкнутом пространстве — это не то же самое, что бассейн с чистой водой. Инженеры в таком и не готовят. Исполнителей предусмотрены премии. Кто будет погружаться к задвижке? Это же билет в один конец. Мы людьми рисковать не имеем права.